Загрядский Иван Иванович, герой Советского Союза, дата рождения 27 декабря 1918 года, место рождения деревня Урванка Епифанского уезда Тульской губернии, ныне микрорайон города Новомосковск Тульской области, должность и звание командир 323-го гвардейского истребительно-противотанкового артполка, 8-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 28-й армии, майор награды, орден Ленина, ордена Красного Знамени, Суворова 3-й степени, ордена Отечественной войны 1-й степени, ордена Красной Звезды за службу Родине в Вооруженных силах СССР степени, краткая биография на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Сражался на Юго-Западном Воронежском и Первом Украинском фронтах. Прошел боевой путь от начальника связи арт-дивизиона до командира полка к званию Героя Советского Союза, представился дважды после войны. Продолжил службу в Вооруженных силах СССР с 1970 года. Генерал-майор Иван Загрядский в отставке умер 18 января 1986 года. Похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище. Информация о подвиге в ходьбе Великой Отечественной войны. Особо отличился в боях за Берлин с 23 по 30 апреля с 1945 года. Проявил личный героизм первый со своим полком. Ворвался в Берлин. Без потерь форсировал Тильтов канал и завязал уличные бои 28 апреля 1945 года при подходе к центру города. Наши стрелковые соединения были приостановлены сильным огнем из домов. Иван Загрядский по своей инициативе выкатил 100 мм орудия напрямую на водку. Подавил огненные точки противника и дал возможность пехоте успешно завершить штурм. Полк под его командованием, имея незначительные потери, нанес противнику большой урон, уничтожив огнем своих орудий 2 танка, 3 САУ, 26 огненных точек, а также более 1000 вражеских солдат и офицеров.